Они не носят плащи, не парят в воздухе, но они спасают жизни. Эти ребята – настоящие герои нашего времени. Профессия для них стала образом жизни. Постоянную готовность и самопожертвование здесь считают просто работой, результат которой – сотни тысяч спасенных жизней. Каждый сотрудник – это по-своему герой. Конечно, каждый спасатель, каждый пожарный спасатель. Ребята практически каждый день выезжают на выезда и рискуют своей жизнью на благо спасения жизни других и материальных ценностей нашего государства. Андрей Подольный, несмотря на свой юный возраст, уже начальник караула 6-й пожарно-спасательной части. Сколько было спасенных жизней, уже не помнит. Сталкивался с разными случаями. Вспоминает, самое страшное – это первые выезды. Но как только оказывался в зоне опасности, ни на секунду не задумываясь, бросался спасать людей. В пылу борьбы с огнем, то есть уже ты не думаешь там о страхе или своей безопасности. Ты просто делаешь, а потом уже анализируешь, думаешь, ничего себе, как все хорошо произошло и закончилось. Для юных кадет МЧС Андрей Подольный и его коллеги – настоящие кумиры. В рамках проекта «Форум будущих героев» ребята смогли задать интересующие их вопросы. Например, как проходят рабочие будни, когда тушили первый пожар, как обезвреживали боеприпасы и достойная ли зарплата у спасателя. Мне бы было интересно узнать, как ведут себя герои нашего времени в тяжелых ситуациях во время пожара. И не теряются ли они, когда спасают людей. Форум проводится в преддверии Дня Героев Отечества. Со сцены звучали ценные советы и наставления. Организаторы уверены, полученные знания помогут ребятам стать настоящими героями и приносить пользу людям. Мэри Бадунц, Дмитрий Лилека, 7 Форум Бюро.